Надо всегда покорять высокие какие-то задачи, цели. Я считаю, что Уфа достойна, чтобы ее называли в будущем или сейчас. Вы сами решите, книжной столицей нашей страны, нашей огромной страны. Сегодня мы становимся свидетелями того, что Башкортостан вновь становится обладателем рукописной копии Корана Османа. Мусульмане знают, какое это значение, какая это высокая для нас честь и ответственность. Я бы хотел пожелать, чтобы прекрасная земля башкирская, красивая, населенная отважными, гордыми, умными людьми, стала родиной постоянной прекрасной книжной выставки. И чтобы прекрасный народ, населяющий эту красивую землю, становился таким образом все спортивнее, умнее, мудрее и подготовленнее. Вот. Поэтому с праздником вам и всего вам самого доброго. В Уфу, столицу Башкортостана, заново вернулся священный Коран, Слово Божие. Последнее откровение Господа миров Аллаху Субхану ва Тааля. А Он один и един для всех. Ни Бога нельзя поделить. Да и нам, чем ближе друг к другу будем, тем лучше. Во главе этого праздника Уммуль Китаб, как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, Коран – это мать всех писаний, мать всех книг. Пусть Всевышний нам дарует знания, дарует образованность и дарует процветание во всем. Спасибо. Большое дело сделали.